Алло, это вызов такси? Мне, пожалуйста, машину в аэропорт. Срочно. Подъехать к Казмедиа-центру. Нет свободных? Ремонт дорог? Пробки? А что делать человеку, если он опаздывает на работу или учебу, срывается важная встреча или поездка? Да простят меня наши таксисты, но сейчас я расскажу об альтернативном транспорте. Здравствуйте, это программа онлайн, и я ваш верный мобильный навигатор Анжела Гарипова. Как же все это работает? Приложение доступно бесплатно на яблочном App Store. Установите приложение на свое устройство и просто запустите его. Водителем здесь может быть любой человек с собственным автомобилем, скачавший данное приложение. Некоторые казахстанцы тоже пользовались этим приложением. Как пишет Forbes Казахстан, в южной столице услугами такси в сутки пользуются от 40 до 60 тысяч раз, а средний ценник 750 тенге. У многих может возникнуть вопрос, а насколько безопасно вызывать машину через это приложение? А вдруг водитель закоренелый преступник или вместо нового седана приедет старенький запорожец из далекого аула? Авторы проекта уверяют, за это можно не волноваться. Но все-таки в этой бочке с медом есть немного дегтя. У каждого свой интерес. Просто не суйся туда, в злачные места. А если приехал, то ты приехал за своим пассажиром. К конкурентам у нас плохо относится, но мордобоя нет. Недовольство время от времени выходит за рамки интернет-форумов. В прошлом году, например, тысячи таксистов заблокировали дороги Лондона, Парижа и других европейских городов. Неудивительно, что век спутниковой навигации простое и доступное приложение выигрывает конкуренцию с кэбами, единственное преимущество которых – знание наизусть всех улиц Лондона. Однако в России до акции протеста и мордобоя дело не дошло. Сначала машину купят. Потом права, а то, что ездить, надо уметь. Слишком уж все просто. От потенциальных водителей не требуется ничего, кроме отсутствия криминального прошлого, относительно новой машины и страховки, никаких экзаменов, лицензий и квот. С другой стороны, доходы водителей в этих условиях не гарантированы и зависят только от объема и качества их работы. Для нашей страны это приложение пока только в перспективе, а пока казахстанцы используют различные интернет-агрегаторы услуг перевозок. Здесь нет единой диспетчерской сети, а при заказе через сервис клиент сам называет цену и выбирает водителя из тех, кто откликнулся на его заказ. Вот это я понимаю такси 21 века. Встреча в аэропорту, трезвый водитель, курьер, грузотакси и так далее. Скачиваем приложение, выбираем сервис, цену назначаем сами. Ждем 3 минуты, едем и оплачиваем. Все просто. Скачать приложение можно с помощью сервисов App Store, Google Play и Windows Phone Store. Мне очень понравилось приложение. Теперь не надо переплачивать за такси и искать их где-то на пятаке. Мне понравилось, что указав водителя, с которым договорился, можно проследить на карте, где он едет. Недавно переезжали в другой дом, нашла бортовую «Газель». Удобно, недорого, профессионально. Так как часто езжу в Алматы, раньше всегда ждал, пока весь салон не наберется. А теперь, выходя из дома, нахожу заранее, с кем доеду до Алматы. Пидстоп КИЗ уже знакомы многие казахстанские автолюбители. Программа обеспечит водителей всей необходимой справочной информацией в любое время суток. Не зря в 2013 году приз Award KZ в номинации «Лучшее мобильное приложение» достался именно ей. В этом мобильном приложении создан расширенный мобильный личный кабинет, раздел для просмотра ваших персональных данных. В мобильном личном кабинете вы можете увидеть информацию об адресе вашей прописки, имеющейся недвижимости, автомобиле, зарегистрированных штрафах за нарушение ПДД и другое. Кроме этого, пользователю приложения доступно более 50 государственных услуг и сервисов, такие как адресная справка, справка о наличии отсутствии судимости, недвижимости, бронирование очереди в ЦОН, оплата сотовой связи и много других полезных сервисов. В дальнейшем данный список будет пополняться новыми услугами для просмотра ближайших ЦОН, нотариусов, детсадов и другое. Объектов в мобильном приложении разработана карта. В ближайшее время на карте появится информация о других социально значимых объектах. Для получения более подробной информации можете обращаться в единый контакт-центр по номеру 1414 или получить консультацию у операторов ЦОН.
вы увидите список доступных услуг. Выберите вкладку «Адресная справка». Появится окно с указанием ваших персональных данных. Нажмите на кнопку «Запросить». Следующий шаг. Введите пароль к электронной цифровой подписи. Нажмите кнопку «Далее» для подтверждения обработки запроса. Теперь вы можете перейти в раздел «История услуг», увидеть вашу справку, нажав на кнопку «Электронная справка». Поздравляем! Ваша адресная справка готова! Если вы собрались в командировку или туристическую поездку, хотите навестить друзей в другом городе или стране, то выбор недорогого и комфортного места для ночлега становится едва ли не главной проблемой. Эта утилита эту проблему решает. Благодаря популярности сервиса в нем можно найти решение для любого кошелька и в очень многих городах по всей планете. Авторы приложения заявляют, что сейчас программа предлагает пользователям более 600 тысяч объявлений в 34 тысячах городов. Кстати, работает сервис и в обратную сторону. Если вы хотите заработать, сдавая в аренду свое помещение, то с помощью приложения это сделать проще простого. Очень удобно. Отличное приложение с интуитивно понятным меню и качественной локализацией. Эта утилита обеспечивает быстрый и удобный доступ к вашим главным соединениям, таким как GPS, Wi-Fi, мобильная передача данных и Bluetooth. Эта опция позволяет очень быстро и легко отключать ненужные соединения. В наше время такого рода опции уже есть во многих смартфонах. Еще одна особенность, которую пользователи по достоинству оценят, это Genius Scan, которая позволяет делать синхронизацию каждые 15 минут. Режим отключает Wi-Fi и передачу данных в ночное время. Весьма полезная функция, которая сохранит лишние проценты батареи. Дизайн этого приложения замечателен тем, что он весьма гибок. Простым нажатием на экран можно переключаться между предустановленными режимами, что позволяет легко перейти от чтения и отдыха в режиме активных игр. Для тех, кто не любит стандартных режимов, есть еще два слота для создания своего собственного пользовательского режима. Утилита следит за вашими приложениями и определяет, какие потребляют больше, какие меньше. Впоследствии приложение сможет определить, какие функции вы можете включить или отключить, чтобы продлить срок автономной работы. Нажатие на кнопку подчищает весь мусор. Старые запущенные приложения, которые не были закрыты, все это может немного продлить срок службы аккумулятора. Даже используя только предустановленные настройки и профили, можно обеспечить дополнительный час и более автономной работы девайса. И в заключение выпуска традиционная порция позитива. Всеми нами любимые приколы на дорогах, но куда ж без них. Разбила машину человека. Программа онлайн, я ее ведущая Анжела Гарипова, ваш верный проводник в мире неограниченных возможностей сети интернет. Находите материалы этого выпуска, сканируя QR-коды на ваших экранах, а также на сайте www.24kz. До новых встреч в эфире!